Коротко, коротко, хорошо? Давай. Против митингов, вот, против китайской экспансии, кто стоит? Я вас уважаю, может, станете тоже. Все стоят как-то неэтично. Это... Вы тоже хотите стать, что ли? Неэтично просто. Согласен с вами, отвечу на ваш вопрос. В последнее время началось много вопросов отношения мигрантов, китайцев и так далее. Последние проведенные митинги 7 и 17 в городе Бишкек показывают о том, что эти организации, которые были до этого, например, Кокчуро, Кыркур, Жетудуван и так далее, ну, за ними, кто стоит, в данное время мы работаем, по проведенным митингам, участникам приняты меры. Но в то же время в различных соцсетях, в основном в фейсбуках, идет информация неподтвержденная. По ним тоже на сегодняшний день нашим следственным, главным следственным управлением возбуждено уголовное дело и проводится расследование. По итогам которого они конкретно вам дадут исчерпывающий ответ.